Доченька, расскажи про свою экзему. Экзема была у меня очень много лет. 20. Да, постоянно. Я была у многих дерматологов, но ничего не помогало. То есть мне постоянно выписывали мази, таблетки. Было чуть-чуть легче, но до конца никогда не проходило. И последнее, что мне предложил дерматолог, это лечь в больницу и обследоваться. Покажи, где было? Только вот здесь, вот на костях. Вот здесь это было очень страшно, это было некрасиво для молодой девушки. У меня даже как-то спрашивали, ты что, с кем-то дралась? Потому что все кулаки, ну вот эти вот все косточки, они были в трещинах. Угу. Вот. То есть мало того, что это было очень некрасиво, это был дискомфорт, очень большой был дискомфорт. Постоянно чесалась по ночам, прям очень дико. Вот. Потом, когда я начала принимать клеточное питание, не сразу, но спустя какое-то время все прошло. И вот уже сначала было обострение, да, очень сильное. Обострение, да? Было, это было, это отдельная история. Да, да, да. Вот. А потом, то есть у меня уже 2 года абсолютно чистые руки, и как будто бы ничего и не было. 20 лет. А сейчас ты начала пить месяц XSD. Да, сейчас я начала пить, и вот у меня вот стало через появляться месяц, чуть-чуть. Да? И я покажи, стала переживать. Покажи. Плохо видно. В общем, на одном пальце опять появилась шероховатая кожа, опять стала трескаться, да? Вот да. Недаром же мы говорим, что Success Day круче старых технологий в 57 раз. Несмотря на то, что вот несколько лет уже все было хорошо, опять оно сидит еще внутри, оно полезло. Потом покажем вам опять наши чистые ручки. Да, дочек?